Всем привет! Но невозможно не порадовать себя новинкой. Цветочные магазины и цветочные центры предлагают неплохой ассортимент комнатных растений. И уж точно, с пустыми руками никто не уйдет. Я пришла в цветочный магазин со списком своих хотелок. К сожалению, большинства растений, которые были заявлены на сайте магазина, в наличии не оказалось. Но все равно было с чего выбрать. Растения продаются. Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и растения продолжают нас радовать. В фаленопсисах я совершенно не разбираюсь, но пройти возле таких цветов и не обратить на них внимания просто невозможно. Дендробиумы были всего лишь двух сортов. Но какие шикарные растения! Ассортимент комнатных растений небольшой. В основном это простые и понятные растения, доступные для любого человека и по весьма приемлемым ценам. Филодендроны были у меня в списке. Но ни одно из представленных растений меня, к сожалению, не заинтересовало. Абсолютно на все комнатные растения сейчас действует акция. Скидка 30%. На ценниках указана цена без скидки. Очень порадовал ассортимент драцен. Люблю вариегатные растения. В продаже очень много сортов. Абсолютно разных размеров и по очень низкой стоимости. Есть в магазине и уголок для желающих возвращать комнатные растения к жизни. Такие уцененные растения продаются со скидкой 90%. Спатифилум Диамант наконец-то появился в свободной продаже и уже не является редким и недоступным растением. И теперь у меня тоже будет вариегатный спатифилум. Цветы являются неотъемлемой частью нашей жизни. Или букет на подарок, или растение в интерьере. Для кого-то это хобби или смысл жизни. В любом случае, растение в доме – это комфорт и настроение. Мы часто сравниваем наши комнатные растения с детьми, которым нужно наше внимание и забота. И они обязательно отблагодарят нас своим внешним видом и цветением. И просто спасибо, что растения есть в нашей жизни. И, конечно же, мои новинки. Всем пока! До новых встреч, и пусть растения вас только радуют!